Почти 15 лет назад в Ватском районе впервые состоялись соревнования памяти Романа Михайловича Хакимова. Проводились они среди лыжников и постепенно переросли в районный кросс. В пятницу 17 сентября по традиции забег собрал большое количество школьников со всего района. Ну, я занимаюсь футболом, волейболом. У меня отец просто был тренером до этого, и вот меня тоже подтягивал. На каждый кросс стараюсь выходить. В десятки, в пятерки входил. До этого, конечно, не очень. Сейчас, не знаю, вообще хорошо. Участников разделили на 6 возрастных категорий. От самых маленьких спортсменов до старшеклассников. Борьба шла за личное первенство. Конечно, самое главное – это участие. Потому что неважно, победишь ты или нет, главное то, что ты бежал за свою школу, поддерживал ее. Несколько лет назад лучшие спортсмены района участвовали и в областных кроссах. Сегодня это спортивное мероприятие проходит лишь на местном уровне. Но для легкоатлетов Уватского района все так же популярно. За 15 лет много спортсменов выросло. Начинали здесь у нас и юными спортсменами кто-то, ну а уже вырастал в более зрелых спортсменов. Очень много у нас сейчас в этом возрасте спортсменов, которые от природы дано выиграть.